Всем привет, друзья, канал Масали. В работе у нас Volkswagen Polo. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор. Ведь такие квадраты проклеены на полу в багажнике. Также квадратиками проклеили арки. Но это самые шумные места в автомобиле. На задних арках тоже по куску вибра присутствует. Смотрим, что у нас в дверях. С задней двери вот такой вот кусок вибры. Все равно звенит металл. Передние двери. Также здесь несколько кусков вибры. Потолок. Потолок сплошной голый металл. Ну, смотрим, что у нас на полу. Кое-где виброй проклеен пол в салоне. Все равно, по мнению владельца, данная шумоизоляция очень слабая, поэтому готовим поверхность и приступаем клеить.